Всем привет, моя зеленая банда, с вами Flattergreen, и мы продолжаем делать «Засмейся, проиграл челлендж». Собственно, сегодня у нас подборка от Бугага ТВ, называется «Подборка приколов». Ну, я также сама примерно и назову. Что ж, давайте-ка начнем сразу. Окей. Это и... Вот это магия, я бы даже сказал. А, окей, фильтр. Я, честно говоря, начал думать, что это по-настоящему сериал корейский, который с такими лицами. Я бы так сериалы только и смотрел. В особенности драму. Выжишь на корейском полностью на телевидении. Подумай, пожалуйста, немного. Что не надо позорить друзей таким образом. О боже мой. Написано, оставила сушиться свои кроссовки на дворе. Боже ты мой. Alright, birthday dinner for the Sochi. Big 3 years old. He's got steak, sweet potato. Отлично. Видимо, что кот любит играть на пианино и на синтезаторе в особенности. Окей. Что за высокие технологии в России появились? Ладно, забейте. Серьезно. Честно говоря, я бы бежал сию же секунду. Сию же секунду. Понимаете? Мне прям стрёмно находиться в таких вот помещениях, которые вот там, допустим, на следующем этаже находится какая-то вечеринка, люди там танцуют, все дела. И потолок начинает прыгать. Я бы настолько, наверное, пересрал бы. Я бы сразу выбежал и начал бы, типа... Не знаю, может быть, к ним даже пришел бы и сказал бы: ребят, ну перестаньте, у меня уже потолок шатается. Жаба сейчас толкнет жука... А, нет, попытался съесть. Бяка. Отлично. И так и поехал. Кто там? Никого. Что такое? Не мешайте. Ребенок такой удивленный был. Ого. Какой-то толстоватый кошак оказался. Назад сейчас. Да. Взял, закрыл назад. И нормально. Не надо разрушать дом.
Окей. Эй! Come here. Я... Именно вот такого вот звука я точно не ожидал. Окей. What the hell? Самый ужасный случай японской поп-музыки. Это заразно? Нет, ни капельки. Вообще ни капельки. Блин, как же ж я давно смотрел «Удивительный мир Гамбола». Прям очень давно. Надо будет посмотреть. Хотя, я не знаю, когда-то давно, вот понимаете, у нас в Украине такое вот кабельное фиговое, что... зачастую нету многих каналов, которые бы хотелось иметь. Допустим, тот же самый Cartoon Network. Он появился где-то несколько лет назад. Когда он появился, я всегда смотрел «Удивительный мир Гамбола». Мне он очень заходил, мне он очень нравился. И наверняка там много серий повыходило, а я их так и не смотрел. Ладно. Take it easy. Только со стулом еще музыки не делали. Серьезно. Теперь мне интересно. Нету нарушений. О, как же кайфно ему. Как же кайф на этому коту. И маленькое сомбреро с этого всего сделала. О, боже мой, как это круто. А кот такой, за что мне такое наказание? Хозяин или хозяин? Оу. Мы нашли у него вот столько денег. Дайте мы посмотрим, мы теперь. Так, посмотрите вы. Ой, да тут же не за что сажать, а ничего и нет вообще. Все пропало, куда-то отшло. Провернем. Отлично. Последнее дельце и исчезнем. Форсаж 5. Последняя гонка. Форсаж 6. Этот заезд станет последним. Форсаж 9. Хватит. Хватит этих форсажей, пожалуйста. Это последняя гонка, это последнее дело. Это... Я, понимаете, в каждом трейлере, в каждой части Форсажа я это видел. Прям в каждой. И, блин, это действительно рафляно. Слава богу, они объявили о том, что франшиза заканчивается. И вот десятая часть, вторая часть будет последней. Хотя они, скорее всего, так сделали... Лишь бы подражать Гарри Поттеру. Там вышло ж, типа, в седьмой части две отдельные части. И они такие, а давайте так же самое сделаем. Чтобы еще больше нажиться. Найс. Nice. Nice. Художественный фильм. Художественный фильм спиздили. О, нет, просто взяли и забрали. О, somebody! Серьезно. Somebody воз картошку, пойду копать немножко, и грядку я свою разрыхлю. Окей. Что это за... Что это за упражнение, вопрос? Что это? Что вот это вот? Он дирижером будет работать, что ли? I want everyone to get on their feet for this. We have Mr. and Mrs. Scott Nelson!
О нет, о нет, о нет. Оу. Гаддем. Что это за мув такой? Почему-то я так и думал, что в этом моменте будет Майкл Джексон. Он его Офигеть! Неужели собака настолько умная, что она дала в щи лопатой или... типа... совком этим железным? Да, совком. Ух, как же ж это было, наверное, больно. О, время киберпанка. Малой... малому прям нравится. Guys, I've been doing this for 3 hours straight, and I've yet to make a single cup. I've been up and down my stairs probably 50 times to re-pick up and re-grab the cups, and I've gotten super close, but I've yet to... Oh my god! Oh! Бедняга. Чел. Он еще ударился об этом. Поел, проверяйте. Учитесь, ребята, как надо прокладывать слаботочку. Это не перебор? Это ж... серьезно. Ух, прямо шедевр абстракционизма. То так и есть. Жесть. Ух. Что-то... что-то я много смеялся, мне кажется. Но я пытался просто не скрывать большинство эмоций. Поскольку реально классные приколы. Реально зачетно, четко, классно. Ладно. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами был Flutter Green. Всем удачи, всем пока.